Здание венгерского парламента строилось в течение 19 лет по чертежам Имре Штейндля. Его возведение было завершено в 1904 году. Это самое длинное здание в Венгрии и одна из самых больших правительственных резиденций во всей Европе. Длина здания парламента составляет 268 метров, ширина 123 метра, а наивысшая точка находится на уровне 96 метров. Парламент Венгрии выглядит поистине величественно. Многие знатоки архитектуры считают, что венгерский парламент по внешним признакам очень схож с Вестминстерским дворцом в Лондоне. Здание парламента – самое большое в Венгрии. В нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. Здание планировалось возвести к празднованию тысячелетия обретения венграми родины в 1896 году. Однако к этому времени удалось построить лишь центральный купольный зал. Касаемо посещения парламента, стоит отметить, что вход туда отнюдь не дешевый, но это того стоит. Учтите, что самостоятельное посещение не допускается. Это возможно сделать только в составе группы под руководством гида. Экскурсия длится около часу. Есть определенное расписание экскурсий на разных языках. Билет лучше купить заранее, так как численность группы лимитирована не особо большим числом. Интерьеры парламента пышно декорированы на средневековый манер с использованием мозаичных панно, витражей и позолоты. На оформление ушло порядка 40 килограмм золота. Парадный вход в здание венгерского парламента располагается на площади Лаеша-Кошута, а самая фотографируемая его часть – со стороны Дуная. Хотя лучше осмотреть парламент в деталях и обойти его со всех сторон. А вот чтобы увидеть величественное здание целиком, да еще вместить его в один снимок, придется пересечь один из мостов через Дунай. Вечерняя иллюминация и подсветка здания настолько профессионально оформлены, что многие туристы специально приходят на смотровые площадки с наступлением темноты. Ярко подсвеченный парламент, отражающийся в водах Дуная, поистине завораживающее зрелище.